Добро пожаловать, всем привет, меня зовут Макс Рис, микрофон вообще, ой, какой, сори за это, ой, да, Маккоин вышел. Ой, что, подписывайтесь на канал Макс Рис, продолжаю снимать Маккоин, 22 часа назад и 4 дня, ну не так часто, но пожалуйста, подпишитесь. Во, вкладке канала можете его найти, между прочим, да, легко его найти тут. Также есть прикольный канал, вот, значит, он, во вкладке канала можете его найти. Это мой друг изменил, кстати, скоро 600 левел. Я не знаю, что мы столько до этого докатимся, то что мы учимся. Давайте в Швейцарию зайдем. Кстати, уже скоро март. И вот праздник нужно отмечать. Итак, праздник у нас будет какой? Правильно. Пойдем сюда, вот давайте. С подарками, в общем-то, хай будет. Какие подарки? Ну, в общем-то, я буду есть шоколадку, да? Как вам такая идейка? Ну, просто мне, честно, нечем вам отдать. Тем более я не популярный, как я могу это дать вам, а непонятно. Ой, что напишите комментарий, как я могу подарить подарок. Так, сначала напиши, когда он 23 часа, ага, понял. Так, а сколько? 18. Вот, блин, что там? А тут сколько? 3 часа. Блин, а что, он долго идет? Тут сразу подкрепление, ладно, понял. Красавчики. Так, ну давай, и так, давай, сможешь? Мы кусочек захватим, Россия нас не нападает, все, Тима, мир. Так, мастерская, тем более железо тратится, нужно по-брому что-то купить, построить пару штук мастерских, чтобы у нас был. А, так у нас есть кони. Да я просто так, наверное. Вот тут мастерскую купить, очень классная идея. А, тут воевали у нас, тут 250 желез, буквально еще немножко железа подкопить, купить. 20 штук. Давай купим. Ну, можно, если по точности, то 14. То 250, да, правильно. Так, держи пока место такое вот. Давай, бери, чини. Так, тут занято, тут занято. Так, призвать никого. Придется 1500 зерен накадыркать, блин. 1500 зерен. Ого. Так, получается, сколько у нас? 20. И правильно высчитать. Так, 19, 20. Ровно 20 еще. Если я промахнусь, я не знаю, что я здесь делаю. А, блин. А вот, там время нужно успеть еще за время. Все, ровно, отлично, красава. Так, кони, мои кони. Атакуйте! Признанный пункт. 126 железом. 126. Купту. Что было больше, больше призыва и война. 1600 1501, 1501, сколько? 10 тысяч монет. Зато у нас будет кони. Ну что поделать, дороговато, конечно, с этим делом иметь. Вот лучше тратить 215 желез и нормально вообще. 251. Так, вот по призывному пункту, ну там защита и все. Окей. Так, ну с железо нам. Мы же попродаем одно железо. Кусочек. Все. Красава. Так, видно, что территория меня расширяется. Сейчас будем смотреть. О, так это у нас Россия с робот. То есть он не так уж часто играет. О, казарм, 1001 железом, чтобы купить что-то. Не, ну я уже не хочу покупать, в принципе. Тогда на ресурсы. Ага. Ну, в принципе, можно вот так сделать. Или так. Хе. Нормально. Железно мне нужно. Нужно дрова. Больше дров, больше продажи, все такое. Да, сейчас что там? Вон. Блин. Всегда кто-то лучше. Так. Продать. Нет. Ну давайте, 20 тысяч копеек на работу заработаем. Тем более 4 коммуни нормально так дают. Продавать, заработать деньги можно. Ну, довольно, конечно же, что? Правильно, дули с маком. Вот, тут что-то 25 тысяч нормально. Так, ну что, давай хоть тут попробуем, а то видно. Так, что у меня есть? У меня есть уголь. Сколько там цена? Я хочу больше заработать. Вот что хочу. 3 минуты заработаем, 4 больше. Давай. Деньги нужны. Так, ну что, уходим дальше. Да я еще даже не ем шоколадку. Сейчас все открываем.
Так, ну такая маленькая, чтоб чё? А, я понял, мы знаем из-за чего. Покажу, что там дело. И что за дичь? Это мировая? Не, спасибо, я уже наиграл, спасибо. Я только один раз поиграю, всё. Вот он, моя база, хоть чуть за фигня, не понял. Так, вы договорились, блин. Они не воюют между собой, я думаю, не буду воевать. О, тут кнопка есть какая-то, пишется. Рви. Или чё? О, вот тут прям... Офигеть, тут крывашка. Было бы камера, я вам показал бы, если бы ничего не забанили, да? Ладно, хоть и слушайте. 1882 год. Световое украинское. Типа того с начинкой. Вишневое. Почему бы нет? Так, это здесь. Вау, просто шикарно. Так, вижу, что захватывает. Да, вроде все нормально. Ну, как-то так вот. Так, я открываю потихоньку. Опа-на, открыть немножко тут. Так, дальше я налево. Потом направо, принц. Ой, ломается уже. Ну, легкий, как это называется? Она вот просто легко ломается. Это пакет. Не шоколад ломается, а... Никак это называется. Кто знает, пишите в комментариях. Слышите? Угадайте, да? Угадайте. Я знаю это, но забыл, как называется. Ну, уже понятно. Так, ломаем, значит, первый. Прикусываем. И первый откусываем. Ну, конечно, вкусно. Мы воюем уже Франция. Наличку пишет снова плохие слова. Ну, ладно, нормально. Уже два куска съел. Сам. Так, теперь я думаю. Это чувак сам мир, он такой здесь, блин, там не пострелял, блин, колосатистика. Газета, блин. Сейчас вернемся обратно. Там очень важно. Может, возможно, кто-то топ-1 занял место. Все. О! Ура! Турция, блин, догоняет. Россия-то где? Сотку мне ровно. Ну, я тут не занимаю, отлично. Стоим минимум, да, Россия. Турция, страна опасна. Так, окей, тут круто, Азия-то. Ой, я Швейцария. Ух ты, 106 воинов, блин, что так тратить много? Врага крепость повержена, вон я. Так, кто война? О, война объявлена. В смысле? Война объявлена. А кто объявил? Федеринденд. Ты думал, Турция объявляет войну? Это, блин, мелкая страна объявила им войну. Не знаю, это, наверное, робот так сказал. Франция, чё? В результате страны... Это Германская империя. Восстановлена в Акмеркдаме. Не понимаю, вы воюете? Да, реально, они воюют, наверное. Так, рыбу продать можно? Я продать рыбу. Еще. Если можно. За сколько? О. Деньги заработаю немножко. Вот тут. О, 100 тысяч. Нормально. Раньше у нас было по 20 тысяч, уже экономика выше. Продолжаем. Силиконная салфетка типа то, да? За звук. Так, давай один кусочек. Угу. Он все понял, но не такой уж сильный. Так, я считаю, что он нападает на Францию, я тоже помогу ему. А ты чувак? А, это робот, понял.
Он деп включает, ну это роботская штука. Зачем так делать, на мне нападать, блин? Я боюсь тебя, да? Видно, что у меня тут нечего построено, поэтому думают. А почему бы Макс риска не захватить, а? Почему бы это не сделать? О! Ух ты, прям ровно тысячу. Почти. Получается, нужно 505. 505. Знаете, тут просто акция. Акция на семян. Вот реально. 2.1. 1. Семена сейчас дешевые. Так давайте их купим. И потратим. Ой. Чуть не потерял воина. Ой, слушай, блин, никогда нельзя призвать его или что? Без 1500 досок. Доски, сок-доски. Нормально. 1500, буквально. О, давай все купим. Блин! Я понял, в чем дело. Ладно, переписываемся. Вот этому. Эй! Франц, идешь? Да! Я с тобой к стати поздравляю с праздником. Неправильно писал, что ли? Праздником. 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 Отправляем. Так, и последнее лично сообщение, где там пишет, да? Извиняюсь. Ну, ты умер. Праздником. Ком. Петух. Так смешно. О, рыбу продай, хорошо, цена. О, давай продолжим. Все отлично. Муа, просто сэнк. А железо? 7.7. Это нормально, железо не нужно. Так, а тут что, нет? А, ну нефть нам нужно. Уголь минус. Ну, хай принес. Так, пошли. Где музыка? О. Так, давай Россия, там большая страна, отлично. Там водит кто-то со мной, кстати. Ну, чё, Россию напал, блин, на меня. Ну, везде нам подают. Нет, только на меня. О. Не понял. Не понял. Мне задрал, честно. Он атакует, блин. Когда ты будешь отдыхать, на кайфе, блин. Хорошо, но... Так, дай мне пару коней и... О, да, два коня и им дальше. То есть это получается сколько? А, вот. Два коня дай, пожалуй. Два воина. Да хоть по-быстрому сюда вот. Чтобы было легче. Так. Рыбу продаем за хорошую цену. Или купить еще подороже. Кстати, да. Блин. Ну, воюет со мной. Тут даже не укусил, но... Я че это? Честно. А, Беларусь?
1000 рыб обратно, вернее. 1000 рыб купи обратно, да. Сори за это, я вообще забыл про это. И 1000 зерен. Угу. Есть тысяч минут. Вы не можете сделать этот ролик, или тем просто сколько у вас есть. И за 1000 сделка с вы, конечно, за кадр. Делать реально сейчас будет, если мы так будем продолжать. Нужно что-то думать по-любому. Там не захватит. Один воин, два воина. Сколько нету воина? Отступает, захватит. Тут хорошее здание, кстати. Сколько тут дефаешься тут? Я так узнал, ноль тут. Одинная мощь 2, одинная мощь 5, точка 5.8. Ну а точка 2. Капец, блин, ну как они отбиваются? Так, когда придешь 20 вечером, а то ты не успеешь. Марш на 50, но дает штраф в 5 очков боевого духа в час. Этому. Ну во, ты. Он 20. А, ты тоже, блин. Давайте ускоримся. 18. Так, 16 почти. Ну раньше. 22 уже вечером. А вы? Сколько? Блин, ну они меня достали, честно. Кого, блин, черт, он не нападает. Продать. Я даже не могу отпить его. Что напасть? Помните, было столько у меня войск? В газетах, наверное, уже постит. Хайпит. Угу. Дерасим. Что такое? Возможно, уйти от 100. Отправим запас. Все 9 воинов, Австрия, Нигерия, 53. Если мне поменьше, у него больше. Он до сих пор идет. Бессмертный. По одному оставил, что это значит? А потом на тебя. Он просто все войска сюда идет. А я буду отбивать его, потом захватим его. Ладно, всем удачи и пока.